Припарковать автомобиль во дворе своего дома для многих жителей Чебоксар это уже перестало быть проблемой. В столице Чувашии уже не первый год реализуется муниципальная программа развития транспортной системы. В ее рамках ремонтируются дороги, строятся детские игровые площадки и парковки. В одном из обновленных дворов побывала и наша съемочная группа. Соревнование под названием «Успей занять место на парковке» для жителей этого дома по улице Ярмарочная подошло к концу. Недавно здесь появилась стоянка на 19 мест. Раньше по этой дороге с трудом могла проехать одна машина. Теперь же можно не бояться поцарапать соседний автомобиль. До появления парковки, конечно, было очень тесно. Дело в том, что машин очень много. Они ставили около других домов. Вот здесь рядом овраг, почти около оврага даже ставили. Эта парковка нужна именно водителям. Они сегодня очень рады и не нарадуются. Построили ее всего за неделю, но быстрые сроки вовсе не означают плохого качества. За ходом работ следили как сами жители, так и специалисты технического надзора. Снимали пробы асфальта и проводили лабораторные исследования. Кстати, с этого года подрядчики увеличили и срок гарантии. Она составляет 5 лет. Конкретно по этому многоквартирному дому, значит, претензий подрядчику нет, выполнено все в установленных объемах согласно тех заданиям. Значит, в настоящее время, значит, из 31 парковочного места уже 29 у нас сделаны. В остальных районах Чебоксар ремонтные работы также практически завершены. Всего же новые парковки появятся по 110 адресам. Для того, чтобы дом включили в программу благоустройства жителям, нужно организовать общее собрание собственников, на котором уже принять положительное решение о дальнейшем ее содержании за счет средств уже самих собственников, то есть силами управляющей компании. В дальнейшем протокол общего собрания надлежащим образом оформить нужно уже передать в администрацию своего района. В этом году на ремонт дворовых территорий и строительство парковок из бюджета выделили более 90 миллионов рублей. Как отмечают в столичной администрации, на следующий год работа продолжится. Татьяна Леонтьева, Сергей Адушкин, Республика.